Напомним, в сентябре 2020 года 74-летний северянин разрушил монумент с помощью фронтального погрузчика и закрепленных на конструкции канатов. Ранее мы рассказывали, что в судах Мурманска и Санкт-Петербурга администрация Печенского округа отстаивает свое право быть хозяином монумента. Другая сторона, арендатор земли, на которой находится монумент, проигрывая инстанцию за инстанцией, до конца использует возможности обжалования судебных решений. Приступить к восстановлению памятника планируют сразу, как только будет поставлена точка в судебных тяжбах, и арендатор участка на берегу залива будет вынужден обеспечить доступ к монументу.